на улице идет дождь, кто-то скажет грустно, кто-то скажет тоскливо. Я бы сказал бы не для всех. Для победителей. Дело фотоквеста. Черкасская школа фотографии сделала подарок. Это организованный фототур в уникальное место, которое находится в селе Лубенцы, где, наверное, единственное место с чанами на дровах. Победители получают организованный отдых. Замечательное место, замечательное время, замечательная команда. Ну чем вам вот это все место не Карпаты? А дождь? Дождь, я думаю, для команды ни по чем. Потому что их ожидают чаны, парилка, шашлычок, гитара от Вовы Плотских. Ну и замечательная программа от Черкасской школы фотографии.